Сейчас прямо группа белорусских журналистов направляется в Казахстан, чтобы освещать события, которые происходят в этой стране. Все мы видели, какие жуткие кадры публикуют наши коллеги оттуда, публикуют граждане. И мы хотим увидеть это своими глазами, также рассказать и белорусам, и гражданам других стран о том, что там происходит. Все самые оперативные новости смотрите на всех наших каналах, на телеканале СТВ, на других изданиях. В наших телеграм-каналах будем оперативно все освещать. Белорусы будут знать, что такое беспредел цветной революции.